проигрывает. Я поеду сзади. А, не, хотя... Не, я сзади хочу. Я на руки не ставлю. Ну, не, я понимаю, я поеду, ладно. Вот и лето началось. Пока не очень жарко, но это и хорошо. Едем в Пярну Грильфест покушать.
ебать, блядь. Красоваться решил наш Жоржик. Можно мы едем 120, это 130, 140, ребята, блядь, просто шикарно. И что? Чё это мы, чё Георг, блядь, притух как-то? Наверное, замёрз у него, эта самая куртка с открытой грудью. Он без перчаток, голыми руками. Жарко ему, горячий наш. Дермантиновая. Ну что, это круто, что ли? Наверное. Что-то я в этом не разбираюсь. Что такое? Что случилось? Не хотим заправиться? Или дальше надо было? А где там на статуе или сядем за столик? Где? На статуе или за столик сядем? Ты хочешь попить? Где? На статуе или столик есть? Поехали. А где статуя? Ты заправляться будешь? Следующий, да? Следующий. Горит, я просто на всякий хочу.
Остановись! Чего вдруг си? А? Там оказывается тоже. Ну да. Здрасте. Ох, а чё вдруг сидеть вам захотелось? Кофе выпить. Куда спешить? Наш гонщик гонит. Но... тряпочки развиваются, наматываются на руку. Пусть едет. Георг мне давал понять, что встречки нету. Какой красавец, я и сам видел. Хватит болтаться. Что вы делаете, господи, как дети малые? Еще 50 километров впереди. Полчаса. Этот так и увязался. Я больше 110 не езжу, некомфортно, тут фигачит 130. Не держит слово свое. Но от этого, по крайней мере, оторвались. Так много.
кирпич, поехали! Вот там видел, проезжали, на траве стояли мотики внутри, в лес, вот здесь на пятаке было, но. Поехали. Или где-то, хрен знает. Ну надо просто искать место какое-то. Все мыкаются, пытаются. О, Георг паркуется. Куда он поехал? На траву. Штраф, штраф. 20 евро. 20 евро. 20 евро ладно, не жалко. О, жалко. Каждому по 20 дадут. И у того, наверное, стоит. Мне надо назад немножко. Тебе надо вот так поставить сюда. И Славика сюда рядом. Славик, иди сюда рядом поставь.
Тебе надо поперек, Леш. Да я понял. Что, какой поперек? Ну, в смысле, вдоль. Вдоль так поставь, может и Славик поместится. Здесь поворот такой, что... Все, выключаюсь.